На большинстве современных клавиатур вот уже много лет присутствуют так называемые медиа-кнопки для управления плеером. Браузерные плееры пока так и не научились обрабатывать их нажатия, а вот если скачать из Windows Store приложение для того же ВКонтакте, например, то есть на компьютере заходить в социальную сеть не через браузер, а через это приложение, то там медиа-кнопки работают и позволяют управлять воспроизведением.